Все равно спасибо. Второе, что мне хотелось, чтобы было учтено, что все, мне казалось, что миллионы, которые погибли, они тоже свидетельствуют о том, что фашизм – это зло человечества, оно больше никогда не должно повториться. Вот когда вы находились в этом зале и видели действительно вот своими глазами тех, кто развязал эту войну, вот ваше личное отношение, сложно было удержаться от того, чтобы, вот, не знаю, там, да, не разорвали, но вот просто… Отсюда продолжался 10 месяцев, 10 дней, и каждый день был по-разному. Но самый страшный день – это когда показывали документальные фильмы, фашистские документальные фильмы. Они по-немецки скрупулезно все записывали, все документировали. Я прошел войну, видел не раз нет, но то, что я видел, меня не выдержал, мне пошли слезы. И встал, когда закончился фильм, то я встал в знак уважения. Вот мы сейчас можем только видео посмотреть по картинке, что там происходило. Вообще, как вели себя нацисты? Как преступники? То есть они признавали. Ну, вот, ни один из преступников, не признал свои вины. Единственное, после этих кинофильмов, Ганс Франк, это генерал-губернатор Польши, между прочим, он заявил, если мы одержим победу, то мы поляков и украинцев пустим на фарш. Но он сказал, что это позор Германии на века, и он не будет быть смертным. А Штрихель, самый большой еврей против английских колонизаторов, тогда Палестина оккупировала Англию. Даже он по его учебе на учении были расстреляны миллионы евреев, а он хотел только своей жизни. What do you think about it? Well, I think it's great to have the pictures right here where the trial took place. I was here in this courtroom and I was prosecuting all of those who were sitting over there where that man is sitting. You know? And so it's a great replay of a great historic event, and being able to see the photographs of that very moving. Do you remember Nuremberg in a nice? Do you have nice remembrance from it, or is it rather like? I remember Nuremberg very well. Yeah. Okay. I have no problem remembering. I have problem forgetting. Okay. So.